Родители будущего первоклассника до полусмерти избили в очереди в школу. По словам избитого и его близких, это сделали другие родители. По существующим правилам в школу зачисляются дети в порядке живой очереди. То есть, чтобы подать заявку, родители занимают очередь и стоят по трое суток. Те, кто стоит первым и будут зачислены остальные, не прошли. Условие одно – прописка. У большинства родителей, стоявших в очереди, прописка постоянная, у некоторых временная. Так делают, чтобы попасть в престижную школу. И вот в очереди 100 человек. Принять должны 75 первоклассников. Пострадавший с временной пропиской стоит 70-м. Ночь, мороз, стоят в основном отцы, заняли очередь в пятницу, запись откроется только в воскресенье. Многие согреваются спиртным. И вот, видимо, нервы у кого-то не выдержали, и пострадавшего отвели в ближайший подъезд поговорить. 4 часа утра, его уже привозят вот в таком состоянии, в окровавленном, с этими жуткими побоями, ушибами, рваными ранами, зашитые века и бровь. Он меня позвал поговорить. Не лезь, сразу осыпались удары. Было больно очень. И долго. Вот на площадке у нас здесь. Вот. Около лифта. Сотрясение мозга, что-то не знаю, сломан нос. Ну, зрелище жуткое. То есть я могу единственное, что сказать. Человек, который это делал, наверное, хотел его все-таки убить. Потому что лежачего, я считаю, нельзя так убивать, добивать ногами, там, ботинками. Ну, ужас. Олег сам не прописан. Но у него живет рядом сестра. Его дочка живет на другой улице. Но прописали ее к сестре. Ну, это, как бы, я считаю, нормально, потому что родители сами решают, где они прописывают своих детей, правильно? И произошла вот эта стычка, то, что почему родители там детей, которые здесь живут, должны также вот стоять в очереди там ночами и отвоевывать своим детям место в школе вместе с детьми, которые там здесь не живут. Не знаю, я до сих пор в шоке, как так. То есть папа ребенка, который пойдет в первый класс, вот так вот зверски может убивать просто лежачего человека. В самой школе от каких-либо комментариев отказываются. Никаких комментариев. Ну, а почему у вас так все организовано, что даже дерутся между собой родители? Я лично никакой драки не слышал. Это уже подтвержденный факт. Почему такая была плохая организация записи в школу? В городской администрации сообщили, что организация очереди в школу – дело самих родителей и школ. Снизить напряженность – это очень сложно, поскольку родители волнуются. Родители волнуются в основном тех образовательных учреждений, которые наиболее востребованы, скажем, родителями. Вот поэтому здесь задача директора в соответствии с законодательством провести работу с родителями, кто собирается на улицах и так далее, с тем, чтобы в спокойной обстановке проходила запись в первый класс. Кстати, что касается этого конкретного случая, тот, кто избивал, так и не установлен. Остальные родители, стоявшие в очереди, утверждают, что ничего не видели. В полиции сообщили, что ведут проверку по этому случаю.